Поддержание хорошего здоровья. И многие часто начинают пить ее теплой или горячей, опираясь как на традиционную мудрость, так и на новые данные, свидетельствующие о нескольких преимуществах для здоровья. Зачем пить теплую или горячую воду? Считается, что теплая вода помогает более эффективно рассчитывать пищу, облегчая процесс пищеварения и потенциально уменьшая такие симптомы, как вздутие живота и запор. Горячая вода может облегчить боль в горле и заражать слизь, облегчая дыхание. Она способствует расслаблению и снижению стресса. Успокаивающий эффект употребления теплой воды может помочь снизить этот стресс и вызвать успокаивающее ощущение. Питьевая вода любой температуры увлажняет организм, но теплая вода может побудить некоторых пить больше, улучшая гидратацию. Исследования показывают, что теплая вода может помочь подавить аппетит и немного повысить метаболизм чем снижает ваш вес. Горячая вода помогает детоксикации организма посредством потоотделения, хотя это не совсем еще точно доказано. Как найти правильную температуру? Идеальная температура питьевой воды зависит от ваших личных предпочтений. Теплая Близко к 37 градусам по Цельсию, она, как к температуре вашего тела. Идеально для общего увлажнения без шока для организма. Теплая 40-49 градусов по Цельсию, комфортно теплая для улучшения пищеварения и расслабления. И горячая около 54 градусов по Цельсию, при этом пригодна для питья, не обжигает, лучше всего успокаивает боль в горле или заложенность носа. Важное соображение. Безопасность прежде всего. Дайте горячей воде немного остыть, прежде чем пить, чтобы притортить ожоги. Не допускайте обезвоживания, поддерживайте потребление воды в течение дня независимо от температуры. Индивидуальные результаты могут различаться, вот здесь и теплой воды не является универсальным. Не панацея, хотя теплая вода и полезна, она должна дополнять другие методы здоровья, такие как забалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Если вы хотите все-таки получить пользу, обратите внимание на теплую и горячую воду и сделайте ее для себя приятным и успокаивающим напитком. Консультируйтесь с медицинским работником, чтобы получить рекомендации, соответствующие вашим потребностям в отношении вашего здоровья. Независимо от того, выберите вы теплую, горячую или холодную воду, поддержание гидратации имеет решающее значение для общего состояния здоровья. Рассмотрите возможность включения теплой или горячей воды в свой ежедневный рацион и наблюдайте за любыми положительными изменениями в своем самочувствии. Благодарю за лайки и распространение видео.